мы сегодня приехали в церковь, где здесь собака родила, где-то под сараем у них. Маленькие щенки буквально 2-3 дня назад родила. Собаку гоняли из церкви, что, конечно, мне непонятно. Отношение верующих к животным такое. Сейчас от собаки хотят избавиться, так как боятся ее. Хотя собака вроде бы сама их боится. Собака не агрессивна, а просто боится. Сейчас посмотрим. Вон там черная собака какая-то. Вон, видишь, собаку провис. Черная, вон собака. Вон, видишь? Аля овчарка, не она ли это? Открывай консерву. Малыш! Крупная довольно-таки девочка-то. С ошейником она, да. В ошейнике собака. Явно больше домашняя. Девочка! Давай как-то не пугать ее, аккуратненько подойдем. Собака явно больше домашняя, не должна быть. Дикая? Чего? Ну подожди, поводок, она испугается. Если что, так возьмем. Главное вообще, чтобы она подошла. Малыш, девочка моя, иди ко мне. Так, я пробую. Слушай, ну она скалится немножко. Мы тебя не обидим. Давай прыгай за поводком. Ну, нужно и так поснимать. Ну что, собака у нас поймана. Сейчас будем детей искать. Я так подозреваю, что вот под этим сараем дети. Ребят, ну клетку несите. Она боится мужчин, кидается на мужчин. Она огрызается, боится. Она не дикая, она просто трусливая. Так, как мы ее будем запихивать? Малыш, тебе придется садись в клетку. Давай. Давай. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Сына, как я ее сюда запихну? Давай, заходи в клетку. Давай, давай, давай. Молодец. Заходи, заходи. Жопу поднимай. Вот так, все. Тихо, 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 тихо. Все, все хорошо, все хорошо. Все, есть. Готова собака. Так, подождите. Подожди. Подожди, надо этот самый. Не бойся. Так, ребят, давайте под этот сарай. Как-то... Дай мне телефон, я позвоню священнику. Уточнили. Ну, скорее всего, здесь она стояла здесь. Уточнили мы, да, вот под этим сараем щенки. Ребята! Ребята! Вы где? Фарвис, иди сюда, вот здесь. Вот здесь вход, вот здесь лаз. Видишь, она лазит здесь, собака? Сюда залазь, и там где-то щенки. Всю собаку мы посадили в клетки. Все нормально. Собака контактная, просто боится. Они не выйдут. Че, кого вы зовете? Нет, щенки подсосны, вы что? Залазить надо туда, порвись. Ну, щенкам 2-3 дня. Позови их, ага, может они выйдут сейчас. А, там. Вот они. Видишь? Да, давай снимаем видео, потом зовем. Где? Вот там. Ой, порвись, я не вижу. А, все, вижу, да, вот. Да. Вот они, черныши, ага. Ну давайте, кто туда полезет? Кто смелый? Я не завязала одну дверь. Щенков надо к ней впихнуть, чтобы она не переживала. А как она будет переживать? Давайте, ладно, залазь. Я тут пока держи. Хорошо, там еще кобель будет сидеть рядом, понимаешь? Она будет нервничать. Так, Алик Джон у нас самый смелый, как всегда. Есть. Держите, ребята. Ага. Маленькие слепыши. Еще один коричневый, черненький, овчарочки. Копия мамашка, да? Вот этот только коричневый. Это папаша. И носочки беленькие. Еще есть? Пять. Все? Пять щенков. Пять, вот такие пять. Все, пошли. Пошли. А что ты не хочешь? Давай, ой, блин. А он потом с кабином, что-то на грани потянулся.
Иди. Почему к ней подсадить щенков? Пусть они ее сосут. Чего ты? Она не будет бояться, нервничать. Да, малыш? Детей тебе посадить? Давай. Не бойся. Давай детей. Ли. Сейчас. Так. Подожди. Да, я сниму. На. Мамочка, да. На тебе. На тебе. Вот, деточки твои. Деточки, да. Все пять. На. На, все пять твои. Да. Не переживай, не бойся, все. Никто тебя не обидит, и детей твоих не обидим. Да, на, все твои дети с тобой, да. О, все, видишь как? Все хорошо, все хорошо. Все, все. Сейчас заряжем на всякий случай. Все, дети с мамой. Все, мы поехали. Аккуратненько. Вот так. Все. Все, пошли в машину. Церковь. Что такое? Что такое? Кто потерялся один? Все, 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 потерялся. Мама, успокаивай. Пошли, пошли потихоньку. Блин, она их не подавит. Встает. Сейчас ляжет. Дали нам 5000 за собаку. Смотрите, там кобель аккуратно. Еще кобеля подобрали, пока сюда ехали. Вне планово. Все, накрывайте, да, клетку, чтобы он... Ага, все, да. Все, ага, кобелю надо. Несем маму в бытовочку. Все, доехали. Привет, ребята. Так, 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 осторожно, ребята. Осторожненько. Закрывай. Осторожно, ребята. Деток разместили. Мама, мама. Мамочка, мамочка. Мамочка, не бойся. Я не могу с него ошейник снять. Он здесь настолько задубел. Просто дубовый какой-то ошейник. Сколько лет он на ней. Да, малышка, малышка. Хорошая девочка, нежная. Ну, давай я с детками размещайся. Видишь, тебе тут постелили все. Все постелили. Давай, не надо тебе туда. Давай. Размещайся. Вот такие малыши. Иди к детям. Иди. Я сейчас постараюсь тебе снять этот ошейник. Боится меня, конечно. Собаки лают, переживают. Не бойся, малышка.